Всем доброе, прекрасное субботнее утро. На улице солнечно. С вами Кирилл Михайлов. И снова команда Sport.ru в очередной раз для вас освещает всероссийские соревнования. На этот раз у нас всероссийские соревнования по регби среди мальчиков до 16 лет. Преимущество показывает арбитр в пользу Тушина. Не откатывался захватываемый игрок. И дроп-гол. Смотрите, что творит Южная Тушина. Первый дроп-гол. Напомню, дроп-гол – это самый сложный технический элемент в регби. И шикарно пока что. Но 3 очка, конечно, маловато будет. Скидывает мяч, продолжается динамичная атака. И по самой бровке 21 номер уходит, смотрите, от захвата. Мне казалось, что сейчас покинет он пределы поля. Еще одна попытка на счету Ильи Иванова. Глеб Помоля вводит мяч в схватку. И забирает чужую схватку. Посмотрите, Тверская область. Удар ногой на ход, набегание. Нужно побороться за мяч. И шикарнейшая попытка. Посмотрите, что творят сборная Тверской области. Игроков веера. Посмотрим. Вот здесь поборолись за мяч. Ошибается в приеме мяча 15 номер. И прекрасный отскок. Плоско выстраивается сборная Тверской области. И, скорее всего, сейчас удар ногой последует. Подъем 8 номером. Скидка дальше, прорывается 25-й, Вадим Жердев, и вот он уже в зачетном поле, 89-10, счет на табло, пытается Петербург передавить, забирают мяч синие, в чужой схватке, очень неплохо, атака Григорьева, и Григорьев в зачетном поле, счет становится 22-0. На 22-й минуте встречи счет становится 22-0. Регбисту из Перми не освобождается от мяча. Штрафной в пользу Петербурга. Быстрый розыгрыш 22-го номера. Метр до зачетки. И вот еще одна попытка. Попытка сборная Санкт-Петербурга. Константин Леонов зарабатывает еще 5 очков. Счет становится 41-0. Все эпизоды гораздо лучше. Забирает чужую схватку Енисей. Подъем 8-го. И еще одна попытка. Артем Генов на Покидышева. И здесь забивают по правому флангу пасами своих соперников. И еще одна попытка. Счет становится 64-0 в пользу Енисея. Не освобождается от мяча. Номер 7. Магомед Магомедов. Штрафной, быстрый розыгрыш. 25 номер в зачетном поле. Дубль оформляет Глеб Волынцев. По левому флангу будут сейчас развивать атаку. 8 номер. Генов разрезает, делает скидку на партнера. Номер 6. Александр Лисицын. Заносит еще одну попытку. Счет 107-0. За спинами нападающих скидка на 3 номера. Селиванов. Никита удар ногой. И первая попытка. Шикарнейшая, красивейшая попытка в исполнении Московской области. Повтор этого эпизода. Вот удар ногой. Отлично, здорово. Ускорился. Поймал этот мяч. И само заземление. Так, по-пижонски. Отлично набежали регбисты Московской области. Блокировали удар поворотом. Мяч в Подмосковье. Агафонов. На Селиванова. Селиванов. На Мордихаева. Мордихаев дальше на фланг. Здесь Тришин. Сам будет землить Тришин. Еще одна попытка Тришина под занавес первого тайма. Счет становится 40-5. И действительно, никакого праздника. Все ясно и понятно. Московская область уверенно кладет еще одну попытку. Номер 3. Никита Селиванов зарабатывает еще 5 очков. Оформляет дубль в этой встрече. И счет табло становится 52-5. Марат Баждугов желтую карточку получил. Ну а Зеленоград-то уже реализовал численное преимущество. Есть еще одна попытка. 15-0 становится счет. Владимир Малюгин третью попытку заносит
в исполнении Шор Зеленоград. Пошли вперед рагбисты Шор Зеленоград. Удалось уйти здесь от захвата. И еще одну попытку Максим Астафуров заносит. 34-3. Становится счет на табло. И есть попытка. Есть попытка от Шор Зеленоград. Шестой номер Артем Воробьев. Делает счет 46-3. Возвращается мяч под контроль сборной Пензенской области. Ну и теперь в левый фланг попытались они атаку организовать. Ну и наконец-таки занесли эту попытку. Роман Меньшаков становится ее автором. 24-7. Быстро разыграли. И где мяч? Мяч за... Командам остается на поле провести. Какой классный прорыв удается Данилу Мисюряеву. Отдал он передачу партнеру. А здесь как классно защищались регбисты Республиканской спортшколы. Мне казалось, что уже вот в предыдущем эпизоде могли попытку заносить. Но в итоге сейчас дело закончилось попыткой. Насколько я увидел, Артем Торжков стал ее автором. 21 номер. Атакует ЦСКА. Ну, здесь явно высокий захват был. Поднят флажок арбитра. Преимущество есть у армейцев. Есть попытка. Есть попытка, реализовано преимущество. 5-5 становится счет. Как мне показалось, Максим Королев, 18 номер, автором этой попытки становится. И попытаются сейчас на руках с 22 метров выйти. Удается просочиться сквозь линию ЦСКА. И неужели здесь попытка будет? На всех парах мчится восьмой номер Артем Курочкин. И делает счет 17-10. Провалились армейцы здесь, конечно, в обороне. Артем Курочкин еще 5 очков приносит. Здорово пробрасывает мяч, а дальше попытка от сборной Калининградской области. Ошибается 15 номер ЦСКА Богдан Червенко. И еще 5 очков сборная Калининградской области зарабатывает. 38-10 становится счет.